А бороться с ней, смотри, пункт первый. То есть, как я вам ответила на первый вопрос, то есть церковь, то есть, если эта женщина пойдет покаяться и будет себя вести нормально, и, а это будет ее личностный факт, тогда мы решим эту проблему, понимаете? Опять же, через это решается очень много проблем, через личностный фактор.